Здравствуй. Вижу, малыш дракон растет. Здравствуй, Денис Таня. Мы показываем, что сегодня можно вот сделать из такого конструктора. Конструктор вообще универсальный. Из него можно дом делать. Можно сделать домик или дорожку вот такую, как ты мне показывает. Вот такие убили. Можно туннель сделать из него. Я делаю дом. Денис делает дом. Да. Ну это первое, что можно сделать с конструктором. Вот так вот. Ух ты. Да, домик перевертыш. Можно и так его и поставить вот так вот дома. Да, классный браслет. Супер. Зеленый кустик или красный кустик? Или это заборчик такой? О, вот забор у нас появился. Да. С животными? Да, это... С коровками? Кто на ферме живет? Коровы, бычки, свинки. Слоники живут там? Да. Ух ты, какая классная ферма. Со слонами. Да, там еще и домовые фермы бывают. Лошадка. Свинка. Свинка. Да, конечно. А кто намечается вот? Эго-го! Тебя так позакрепить? О, можно же мост построить между домами, да? Крепость, между как... Две крепости, между крепостями этими мост. Вот так. О, вот настоящий мост получается. Ой, смотри, финга падает. Лови, 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 лови. Ой, больно, больно, больно. Не больно. Не больно? Не больно. Вот такой туннель получается. Такой туннель. Снова крокодил пойдет. Испугался. Бегемот испугал его? Да. Бегемот такой маленький.